Здравствуйте! Я Басиади Лажа, ведущая передачи «Мир женщины», и мне очень приятно, что вы со мной сегодня. Мы говорили о том, что многие женщины сегодня берут идоли. Я начала говорить о красоте. Я верю в красоту, я верю в женскую красоту. Но также очень важно, чтобы мы поняли, что женская красота – это палка с двух концов. И очень важно, чтобы эта красота не превратилась в идола в наших руках. Почему мы говорим? Потому что позже мы увидим, что эти идоли принесли много неприятностей в жизни Рахиль. Практически она потеряла свою жизнь, потому что эти идоли принадлежали ее отцу. И он искал эти идолы, но она спрятала их. А потом он проклинал, не зная, что она взяла эти. Что мы можем взять с этого местописания? Что идоли в нашей жизни приносят нам проклятие. А нам не нужны проклятия, нам нужны жизни. Мы больше будем говорить об этих идолах, для того, чтобы мы их не взяли, но вместо этого, чтобы мы были посвящены Богу и жили плодотворную жизнь. Пусть Бог вас благословляет. Всего вам доброго.